Из-за аварий на дорогах украинская экономика, по оценкам Всемирного банка, теряет более 4 миллиардов долларов в год. Именно столько денег в госказну могли бы внести в виде налогов и отчислений погибшие и травмированные в ДТП украинцы. За последние 6 лет, по официальным данным, в нашей стране погибли более 26 тысяч граждан.